Ребята, всем привет и добро пожаловать в мой влог. Сегодня мое второе утро здесь, и я до сих пор не могу понять, почему Петька кукарекает. Он же как бы курица. Надеюсь, к концу недели я раскрою эту тайну. Ну а пока я иду умываться, кушать, переодеваться, и начнется жесть через 3, 2, 1. Дети, новые задания, и они все связаны с едой. О, а вот ради еды я готова на все, но не на это. Давайте, оболтусы, удачи вам. Давайте тогда начнем работать, деваться некуда. А-а-а, тут муравей! А-а-а, тут мышка! А-а-а, курица! А-а-а, тут жук! А-а-а, картошка! А-а-а, тут гусеница! А-а-а, ее убили! А-а-а, тут бабочка! Достали уже. Фуф, наконец-то мы закончили. Давайте теперь собирать урожай. О, привет, Буглик. Хочешь огурец? Ты че гавкаешь меня? Совсем офигел? Сейчас я начну на тебя мяукать. Держи наш великий труд во время сбора урожая. Теперь вам надо сходить за молоком. Давай, бабло, и скажи, где ближайший магазин. Какой магазин? Идите корову доить за углом дома. Фу, ну и мерзость. А как ты давить корову? Я не хочу ее бить. Иди, тебе все объяснят. Ура, ура, идем бить корову. Я вообще не ожидала такого, но, ребят, мы пришли доить корову. Тут как будто целое производство молока. Может, даже разберемся, как тут все работает? Лучше ничего не трогай, а то сломаешь, как обычно. К сожалению, он прав. Посмотрите на нашу красавицу. Ее зовут Джессика. У коровы имя лучше, чем у меня. Ну чё ты встала и ржёшь? А чё? Дави. Сама дави. А я уже поняла, что надо делать. Я смотрела туториал в Ютубе. Ого, такой обед и запивать его молоком? Да. Это обязательно? Да. Почему? Да. Уже вечер, нам так скучно, и к тому же мы тут валяемся и отдыхаем. Дети, срочно бежим ловить, курицы мои разбежались. Ну вот опять, иди ко мне, мой Петенька. Ай, попался шизик. Сегодня вы уже лучше ладите. Да, он укусил меня всего лишь 76 раз. Ого, это успех. И не говори. Да, мне уже начинает немного надоедать этот режим. Ну что ж, на сегодня я опять с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, увидимся завтра. Всем пока!